сегодня исполняется 150 лет. Разрешение. Сегодня утром мы собрали для очень важного с нашей точки зрения и почетного мероприятия, суть которого заключается в увековечивании сегодняшней замечательной нашей даты. Еще раз всех поздравляю с праздником и разрешите предоставить слово нашему ведущему, который расскажет, что мы все должны делать здесь вместе по протоколу. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы собрались с вами для того, чтобы стать свидетелями торжественной церемонии памятного гашения художественной почтовой марки. 150 лет со дня основания Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Григория Аркадьевича Тимирязева. Мне приятно сообщить, что в торжественной церемонии принимает участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Астраханцева Елена Юрьевна. Если не поправят научные политики, научно-исполнительской политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петелькова Елена Ивановна. Заместитель руководителя Федерального агентства связи Шерихов Владимир Васильевич. Государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Климента Аркадьевича Тимирязева, академик РАН, Луковец Вячеслав Михайлович. Уважаемые участники торжества, мы приступаем к процедуре гашения. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы с вами присутствуем в значительном событии. На торжественной церемонии гашения почтовой художественной марки, посвященной 150-летию со дня основания Российского государственного аграрного университета Крымской имени Тимирязева. А теперь, чтобы всем присутствующим было понятно происходящее за этим столом, позвольте себе дать некоторые комментарии. Для гашения почтовой марки изготовлен специальный сувенирный штемпель. На штемпеле указано сегодняшнее число, 3 декабря 2015 года. Этим штемпелем делается подпись на почтовых марках. Конверты подписываются участниками церемонии. Тираж художественной почтовой марки 150 лет со дня основания Российского государственного аграрного университета МНК имени Тимирязева 315 тысяч экземпляров. На почтовой марке изображена юбилейная эмблема университета. Художник дизайнер Ольга Шушлевина. Российский государственный аграрный университет Московская сельскохозяйственная академия имени Климента Аркадьевича Тимирязева, старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение. Ведущий учебник, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России. За 150-летнюю историю университета подготовлено свыше 200 тысяч высококвалифицированных специалистов, в том числе десятки тысяч иностранных граждан из стран Европы, Азии, Африки и Америки. В настоящее время университет является самым крупным и передовым сельскохозяйственным вузом России. Марки поступили во все отделения почтовой связи сегодня, 3 декабря 2015 года. И у граждан нашей страны появилась возможность использовать их для отправки своей почтовой корреспонденции. Дополнительная выпуска и мана художественная обложка, внутри которой почтовая марка и конверт первого дня гашения Москва.